Всем привет, меня зовут Макс и это канал Monap. Сегодня мы поговорим об автоматизации действий на ПК. Я их называю ботами. Смотрите, есть два вида ботов. Один имитирует ваши действия, то есть он нажимает, как будто вы нажимаете клавиши на клавиатуре или вводит мышкой. Именно с такой программой сегодня мы и будем работать. Еще есть вид ботов, которые действуют запросами. Они намного удобнее, но для освоения и понимания сути процессов вам лучше сначала разобраться в этих ботах. Смотрите, сейчас мы напишем программу, которая будет лайкать рандомные видео на YouTube. Что для этого нам надо сделать? Нам нужно... В этой программе есть не только прописывание алгоритма действий, есть еще и запись. То есть с записью нам будет работать намного легче. Мы нажимаем «Запись», лайкаем видео, ну то есть и проводим тот алгоритм действий, который нам нужен. Переходим на главную страницу YouTube, заходим на первое видео. Все очень долго. Возможно, у нас возникнет проблема, которая... будет из-за того, что видео не будет успевать прогружаться и лайк не будет ставиться. В целом мы все записали. Теперь попробуем. Так, у нас первое действие было уже на видео. То есть мы поставили лайк и включили другое видео. Если зациклить это, поставить лайк, включить другое видео, поставить лайк, включить другое видео, то он будет рандомно ставить лайки. Запускаем программу, смотрим, что он будет делать. Вот он поставил лайк, перешел в раздел YouTube. Ну, в целом все работает. Это прекрасно. И таким образом можно прописать любую программу на все, что угодно. Это, ну, замечательно, если знать, что надо делать. Например, есть сайты, которые дают тебе деньги за то, что ты лайкаешь видео. Представляете, если автоматизировать там этот процесс и запустить его не на своем компьютере, а на сервере. То есть вы купили где-то комп, запустили на нем программу и всегда получаете с этого деньги. К этому и нужно стремиться. В следующих видео я покажу вам, как автоматизировать с помощью запросов. А это намного лучше. Всем пока. С вами был Макс. До новых встреч.